мы продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Кс-кс. Порода немецкая овчарка, возраст 9 месяцев, кличка Алекс. На первом этапе заведите такой подсумочек. Кс-кс-кс. Туда наложите лакомство и все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. В нашем видео также принимают участие наши модели котики. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. Хорошо, местный. Хорошо. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть на тонкий вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать по этапу. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время, выдержку, расстояние будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние 4 часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Мы сегодня наше видео снимаем с котами. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лапу. Хорошо. Рядом? Хорошо. Красавец. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время, выдержку, расстояние также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первая – дача лакомства, отлаживание, команда «хорошо». На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся и будет достаточно просто давать голосовую оценку командой «хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом? Хорошо. Красавец. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. Команду «место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «место» от «сидеть», «лежать» или «стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собачка может принять любое положение. Сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лапу. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «гулять». Хорошо, рядом. Хорошо. Гулять. По команде «гуляй» собака должна гулять. Гулять. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лапу. Гуляй. Ко мне. Алекс. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лапу. Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 9 месяцев, кличка Алекс, свою работу окончил. В нашем видео также принимают участие наши модели котики. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, Ютуб, Инстаграм, Кинолакс Лайв. Будем рады помочь вам дрессировке. Всем удачи! Кс-кс-кс.